Обе команды хорошо знакомы друг с другом, поэтому тактических сюрпризов трудно было ожидать. Каждый из соперников старался успешно сыграть, как говорится, на своих козырях. Монако беспрерывно атаковал, а торпедовцы оборонялись. Оборонялись все время, поглядывая вперед. Первые 45 минут хозяева поля имели преимущество, но великолепно, надежно, четко действовал вратарь москвичей Валерий Савин. На финише сезона он, безусловно, сильнейший среди наших стражей ворот. Жаль, если Федерация футбола, определяя 33 лучших, не заметит этого. Не случайно сразу после окончания матча руководство клуба «Марсель» предложило ему миллионный контракт. Во втором тайме москвичи пустили в ход и очень своевременно свое главное оружие – контратаку. Торпедовская контратака – это небольшой, если хотите, шедевр футбольного искусства. Осенью мы уже несколько раз восхищались голами торпедо. Нынешние два в Монако поразили, удивили, порадовали многих в футбольной Европе. Вот так был забит этот мяч. Гришин, Гицелов, Гришину, Гришин, Тишкову. И Юрий Тишков, опережая вратаря Этори, головой посылает мяч в сетку ворот. Александр Гицелов по техническим причинам попал на стадион лишь за полчаса до начала встречи и сыграл лишь вторые 45 минут. Но как сыграл? Его второй мяч был великолепен. Но до этого счет стал ничейным. Рамон Диос переиграл защитников торпедо и смотрите, как оригинально, технично послал мяч в сетку ворот. А потом был мяч Гицелова. Это итог коллективного мастерства команды и индивидуального мастерства Гицелова. Посмотрите и порадуйтесь еще несколько раз. Шеренбеков, Тишков и Гицелов. Некоторые говорят, что вратарь ошибся. Наверное, это Ри погорячился. Но что было делать? Монако должен был выигрывать. Монако действовал, как сейчас действует Карпов в матче с Каспаровым. Нужно обязательно побеждать. Вот это и использовали торпедовцы. Гицелов, обыграв трех соперников, точно ударил метров с 30. Но пока вы еще раз восхищаетесь этим голом, позволю себе несколько комплиментов в адрес торпедо. Команда на финише сезона преобразилась, заиграла тонко, красиво, совсем по-новому. А теперь я помолчу, а вы послушайте, почувствуйте дыхание победы. Ну, в пределах разумно. Дело сделано. Вот что значит решение. Сезон, да, такой победы. Да, знаете, да.